Ребят, всем привет. Вот пошел розыгрыш, хочу поделиться им, как все было. Я думаю, Нате будет элементарно. Розыгрыш прошел на стриме, на котором вот эта вот картинка, которая сейчас на экране. Ничего сложного, все прозрачно, все честно было. Все, кто был, все все поняли, все увидели. Посмотрите, если хотите, сами. Почему именно на стриме? Да, потому что поддержки мало. А как розыгрыш, так все хотят получить свои скины, заветные призы. Ну, так что извините, кто те, кто смотрел, тему повезло. В нужный момент, в нужное время. Что еще хотел сказать? А, ну то, что на партнерку я должен был уже выйти, но еще 1200 часов. Говорю, поддержки очень мало, и у людей, которые меня поддерживают больше всего, у них шансов было куда в разы больше, как-то да. Не совсем повезло, но ничего страшного. Думаю, в следующие разы тоже так же. Такая система будет. Те, кто поддерживает больше остальных, у тех будет шансов намного больше, чем у остальных. Ну а так вот. Смотрите, кому интересно, как все происходило. Далее видео. Что делаете? Короче, разыгрываем 1500 V-баксов. Сейчас напишу здесь. Добавляю ники, в течение 5 минут у нас стрим не заходит, значит пролетел. Одно условие — быть в друзьях 2 дня. Прям сейчас разыграю? Да. Типа любой предмет на 1500? Да. Сейчас, ребят, сейчас, секундочку. Играть, наверное, уже больше не будем. Только разыграем баксы. Потому что очень маленьких... Очень мало зрителей находится. До хера кто хочет баксы, ну, блядь, никто не хочет смотреть. Сколько розовых будет? Да, прямо сейчас. Попробуй бить, что-то разыграть, сделать точнее. Что? У тебя есть типа пароль на карту, нет? Карту можешь делать? Сейчас, ребят, давайте, сейчас жаль по очереди всех. Эти, Немо Тим и Данил, участвуете? Да. А что, не участвовать, да? Да, я участвую. Немо Сабзира может выйти из группы, как хочешь. Можешь посмотреть. На YouTube будет. На YouTube будет все разыгрываться. Адильджан, у меня розыгрыш. У меня последняя катка была, и розыгрыш сейчас будет. Пока этот бан на пожизненно. Я пока добавляю все в колесо фортуны. Ребят, ты на стриме, через 4 минуты розыгрыш 1500 баксов. Кто хочет? Будет как на карася. Сейчас, ребят, сейчас. Нет, Немо Сабзира, чтобы участвовать, нужно 2 дня быть в друзьях у меня. Скоро розыгрыш БП, так что можешь залететь на розыгрыш БП. Так, тебе просто не повезло, надо раньше было подписаться. Подписаться, а друзья добавиться.
Че, пацаны? Да ничего не надо делать, надо быть в друзьях 2 дня всего лишь. Ну и все. Больше ничего. Ждем еще 2 минуты и я кручу колесо. У Ламерса и у Дисейва, так как они постоянно, бесперерывно смотрят мои стримы, у них 3 раза больше, чем остальных шансов. А, Немакельт, напиши свой ник, по-моему, ты у меня уже 2 дня уже есть. Немо Кельт, напиши свой ник. Осталось 2 минуты давать. Немо Тим, если победишь, что выберешь? Да не, Дисек, так неправильно тоже, как бы, не знаю. Я бы завел бы между вами двумя, ну как бы тоже. Осталось так, что люди все участвовали. Кто был, тот был на стриме. А кого не было, значит того не было. Не повезло просто, надо быть на стриме. Окей, на макельт наш будет на макельт. Блин. Дисей, видишь, даже онлайн не опускается. Просто 14 человек. Все что-то хотят, ждут. Ребят, 1 минута осталось. Кто хочет в розыгрыше участвовать, то у меня в друзьях уже 2 дня, может участвовать спокойно. Пока что участвует Данила Бирюк, Немо Тим, Немо Кельт, Ламерс. Дисей. И Дисей, да. Так у Дисей и Ламерса шансов намного больше. Нет, в инсте делать бессмысленно, там аж чайк налетит. Люди не хотят смотреть мои трансляции. Лайк для них сложно поставить. Подписаться тем более. Нахер надо? Это же все сложно. 1500 баксов, это же, блядь, элементарно. Каждый день по ним получают. Адиджан. А, вот это ты только что пригласился, вот только что добавился у меня друзья, так что участвовать не можешь. Я думаю, все. Тут, конечно... Дим, если бы ты выиграл розыгрыш, ты бы что выбрал бы? Не знаю, что угодно. Что тебе нравится? А у нас какая-то тут девчонка была, ну, и она, вот Алиса. По-моему, она 2 дня, но она ее по настриме нету. Странно. Ладно, все. Разыгрываем сейчас уже. Ух, балдёж. Ты что, выиграл, Данил? Дурба не успел. Ничего себе, ты что за эмоции? Пусть покажу самую редкую эмоцию в мире. Киберспорт. Давай еще раз. Раз, два, стоп, подожди. Раз, блядь. Давай еще раз. Раз, два, стой. Три. Раз. Блин. Давай, два. Раз. Сейчас, ребят, крест тоже сейчас будет. Сейчас, секунду. Три. Секунду. Налажу. Блин, могу понять, где он находится. Вот так на. Раз, два, три.
Афилайф убирает лучше 50% игроков. И вот так у нас все вот так. Что сказал Данил, я не слышал. Все вот так. О, рулетка. А чё у Лаймерса 2? Лаймерса 3 и Дисейва 3, потому что они каждый день смотрят, поддерживают, ставят лайки, накручивают мне часы. Так что у них 3 раза больше. А вероятность. Чё ты Лаймерс? Потому что они постоянно смотрят. И играют, а участвуют. И 3 дисейва, а вас по одному. Вадим, это что за подстава? Конечно, подстава это. Шансов у них больше. Потому что они часы накручивают мне, а вы нет. Потому что нужно заходить больше на стрим. Вот они целый день сегодня посидели на стриме, смотрели, ничего не писали, да и похрен. Они сидят себе и сидят, нормальные им. Они там что-то какой-то комментарий оставить, типа то, что, о, да, осуждаем. Ну, по крайней мере, слушают. Так что как-то так. Давайте. Крутим. И не обижаемся. Блин. Даже страшно. Нифига себе, счастливчик. Ну просто счастливчик. Но это нереально. Да! Это нереально. Пиздец. Ну просто пиздец. Лаймерс Дисейв, я сделал все, что мог. Пипец, счастливчик Данила. Часы. Давай, Данил, что хочешь? Я? Ну, собакена. Фух, ты балдёж. Я так и знал, что датчик выйдет, я вам отвечаю. Круть. Везет. Собакена? Да, собакена. Сейчас. Купим. Че совсем? Какой собакена? Лучше бы его просто скупить, отвечаю. Че? Потом жалеть будешь. Что лучше? Денчик потом жить. Я тебе говорю, Денчик, возьми БП лучше, ты потом жить. Да БП потом будет отыгрываться. БП за реальные бабки. Его нельзя купить за V-бакса. Лучше тогда бы взял лучу или... Ну ладно. Нет, собакен. Вот так. Делаем вот так. И... Давай продолжим. А что синий? Отправил. Еее! Подарочек! Ура! Спасибо огромное! Можешь прям одеть. Да не за что. Давай, нарядись, покажи. О, вот так-то. И там три стиля и все-то. Все, ладно, ребят, спасибо за катки. Все, наверное, стрим заканчивается. Вечером она тоже будет еще. Так что давайте увидимся еще. Еще увидимся.